недалеко от Москвы есть удивительное место. Называется оно «Журавлиная родина». И не случайно, ведь там можно понаблюдать за этими птицами. Вон, журавли, я их вижу там. Это красивые птицы, у них длинные ноги, шея и клюв. Их было не так просто найти, но мы это сделали. Увидеть их – большая удача, но нам удалось, и я этому очень рад. Журавли были далеко от нас. Мы близко к ним не подходили, чтобы их не напугать, поэтому рассматривали через бинокль. Кто-то чистится, но никто не ходит, их там четверо. На полях журавли кормятся, в основном упавшим после жатвы зерном. А очень много времени они используют, чтобы очистить свои перья. У них были очень красивые крылья. Еще они издавали громкие звуки, раньше я таких не слышал. Они мало пели, это было похоже на какой-то писк. Мне показалось, что пение журавлей похоже на крик уток. Мне очень хотелось посмотреть поближе на них, покормить и пощупать. Я очень рад, что сюда приехала и увидела этих красивых птиц.